А в Грузии и Абхазии сейчас в прямом смысле разгребают последствия сильнейшего снегопада, из-за которого десятки городов и сел остались без света. Это кадры из черноморского курорта Батуми. Там появились сугробы почти что метровой глубины. Под тяжестью снега повалились пальмы и эвкалипты. Чтобы спасти деревья, которым удалось выстоять во время ненасти, властям пришлось позвать на помощь горожан. Снегопад сопровождается сильными по местным меркам морозами до минус 20. Сообщений о жертвах нет. Сейчас на востоке Грузии идет спасательная операция. Ищут трех охотников, пропавших в горах. Об их судьбе пока ничего не известно. Движение по многим дорогам серьезно затруднено. Так в Абхазии, чтобы избежать аварий, на ночь перекрыли движение по трассе Сухум-Псоу.